клубу «Дорога в жизнь» уже 8 лет. Здесь занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Руководитель проекта Елена Толстокорова задумывала его как место социализации особенных ребят. В начале пути было непросто, ведь в то время инклюзия была чем-то незнакомым. С годами ситуация в корне изменилась. Я вижу, что сейчас у нас получается приблизиться к этой цели. Нас слышат. В правительстве есть ресурс, есть грантовая система, премии, в которых мы участвуем. И мы даже сейчас имеем свое НКО. Поэтому мы шагаем в это. В клубе несколько направлений. Помимо прикладного творчества, большой популярностью участников пользуются музыкальные. Благодаря сотрудничеству с Центром социального обслуживания «Домодедовский» недавно ребятам удалось посетить масштабное мероприятие, которое проходило на одной из площадок города Москвы. Выступили с постановкой «Год счастья. Четыре сезона». Исполнили тематические песни. Впечатления просто колоссальные. Безусловно, это очень большой труд, это очень заняло очень много времени, но очень было приятно, что мы дали ту энергию, которую мы хотели дать. И на нас позитивно отреагировали, нас заметили, это было очень важно. Спектр эмоций был просто огромный, это был заряд позитива, и, в общем, все было здорово. Помимо колоссального опыта, участие в московском мероприятии подарило клубу полезные знакомства и возможность перейти на новый творческий уровень. Коллективу предложили создать театральную постановку, с которой они смогут выступать на инклюзивных фестивалях. Это очень важно, потому что это уже расширение такое идет, да, так скажем, возможности клуба. Ну, плюс, возможно, нам дадут сцену, малую сцену театра «Современник», и мы там можем репетировать по понедельникам. Мы когда говорили вот с организаторами мероприятия, они сказали, надо сделать что-то такое, чего не было до этого. Это сложно, да, и мы, может быть, уйдем в юмор, потому что ребята очень с хорошим чувством юмора. А пока коллектив не перестает репетировать, чтобы не утратить заряд позитива, который получили от последнего выступления. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.